Всем привет, ребятки! С вами я, Сергей Кузьмин, и у нас на канале новое видео, а видео у нас будет по РП-кейсу. Мы в нем будем его открывать и смотреть, есть ли шанс достать мифические костюмы только за то, что ты купил РП и прошел все миссии. Не будем долго тянуть, переходим сразу же в кейсик и приступаем проверять. У меня пройден РП на все 100%, у меня 12 300 очков, но это еще плюсом, потому что я крутил там всякие кейсики, за это тоже падают РП-очки, но это не суть важно. Поэтому мы переходим в РП-ящик, и для начала мы смотрим, что же у нас тут есть. У меня есть отсюда вот этот вот костюм. Очень классный, кстати, мне очень нравится. Голов вот этих вот нет вообще. Этих мификов тоже ничего нет. Тут есть еще какие-то пушечки, какие-то легендарочки. Богосик вот такой вот есть. Кстати, прикольный богос. Что-то тут еще всякие. Ну, самолет. Дача, кстати. Вот дачи такой нет у меня. Я бы, наверное, хотел заиметь. Блин, извините. Насморк. Все никак не могу пролечиться до конца. Все пытаюсь, но не получается. Что ж, давайте прям жмякаем сразу же первую десяточку. Исключение. Так, пропустить. Да, пропустить. Давай. Давай сейчас бахнем один, так, а потом будем исключать то, что у меня есть. Так, окей, рюкзак, QBZ-шка и все, окей. Так, исключено предметов 6. Значит, исключаем мы вот этот мы исключаем. Исключаем вот этот. И тут, наверное, исключаем шлем и вот этот кьюб. Ну, наверное, вроде как бы все. Да? Ну, наверное, как бы да. Больше нечего банить. Не сможете бесплатно... Блин, слушайте, а я не знаю, а что мне еще запрещать? Я, наверное, что бы мне еще тут скипнуть? СЛР-ка мне, в принципе, не особо нужна. А мифики... Мифики не будем скипать больше. Все, хватит. Просто вот так. Поехали дальше. За все те же самые РП-очки. Ящик у нас падает. И... ВСС, сковорода, понимаю. Еще десяточку. Поехали. Снова вызов. Падает. Ага, маска. Маска электросердца. Такой у меня не было. О, богосик выпал. Тоже такого богосика не было. Ну, богосов у меня прям много. Так, тут какие-то гаранты. Окей. Давай заберем. Все, гаранты забрали. А, тут еще есть гаранты. А что в этих гарантах? Ага. Тут мифики и легендарки. Понял. Ну, поехали дальше. Собственно. Пока что ни одного мифика я не вижу, не наблюдаю. Тут вообще голая, просто голая. И еще одну, и будет гарант. В прошлый раз мне мифик выпал из гаранта. Кстати, это было круто. Хотя бы откуда-то он выпал. Дача, все, дача и самолет упали. Все, это кайф. Открываем гарант. М416, я тебя понял, я тебя услышал. Ехаем дальше. Осталось у нас 8200 очков. Ехала. Пока что ни одного мифика нет. Мификов 0, 0. Что у нас в этом ящичке? ВСС, граффити и серебро. Кстати, серебро заканчивается у меня тоже. Поэтому надо бы восполнять. Так, тут тоже у нас серебро, костюмчик. А давай бахнем с пропуском следующую. Эту мы вот тут пропустим. И тут ничего не упадет. Снова дача, кстати, упала. Тут же мякнем пропуск и бахнем с пропуском. И еще одну. Рюкзак, окей. Хотя бы лего, это уже радует. Открываем гарант. И падает повторный рюкзак. Я тебя понял. Сколько у нас осталось? 4200. А я не помню, нам хватит на гарант или нет. Мне кажется, хватит на еще один гарант, чтобы сделать.
Ну давай попробуем. Так, это у нас вообще все серебро и ВСС. Ладно. Надо, походу, без пропуска открывать, потому что что-то как-то вообще сыпки нет. Сыпка отсутствует. А я же кьюб банил. Почему он падает? Я же банил его вроде бы. Ну ладно. Допустим. Поехали дальше. Падает ящичек. И... вообще не трогаем ничего. Сковородка, скар, дача и серебро. Давай еще. Тут мы, короче, пропустим. Самолет, ВСС, опять этот костюм. О, нам как раз хватает до гаранта. Поехали. Мне показалось, что там какой-то мифик выпадет сейчас. Так, шляпа, ночной танцор, окей. Да, 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 головной убор выпал, все. Я увидел просто этот момент, как там галочка появляется в кейсе. Есть такое. Все, один мифик вытащили за весь РП-кейс. Все. Это все. Ну, давай по одному откроем там. На один раз у меня есть. Серебро, ну, естественно, ну... Топ сомневался. В итоге, мы отсюда достали одну голову мифическую. Мы достали отсюда рюкзак, маску, шляпу, берсту из лек и баги, кстати. Достали, самое главное, дачу хотел. Блин, один только мифик упал. Ну, это, конечно, такое. Это печалька. Шансы, короче, на выпадение, на дроп мификов, мне кажется, зависят только от вашего аккаунта. Потому что у меня на аккаунте что-то вообще очень плохо все сыпет. Прям максимально плохо. Так, есть у нас новый рюкзак. Вот этот с гитарой. Кстати, прикольно выглядит. Прикольно выглядит. Но нет. У нас под этот сетик идет этот. Этот рюкзачок. Запутался, все. Только отстримил, короче. Только-только закончил стрим. И понял, что у меня есть все эти кейсы. И надо их крутить. Блин, богосов уже 9 штук. Куда их девать? Так, новый самолет. Давай, кстати, его и поставим. Чайку. Окей. Что там, парашюты какие-то новые... части материала, ну что само собой разумеющееся. Граффити этих просто миллиард уже. Тоже непонятно, куда их девать и что с ними делать. Что ж, вот такое вот у нас получилось открытие. Очень даже неплохо, кстати. По легендаркам упало очень всего много. Мифику дропнул всего один, но я достал дачу, достал самолет, который хотел. Что, кстати, очень хорошо, потому что транспорт с РП-кейса падает прям, ну, максимально плохо, как я заметил за прошлое открытие. А тут еще и богос упал. Богос прикольный, но куда? Мне их что, солить, что ли? Уже 9 штук. Хорош. На этом мы с вами будем завершаться. Всех обнял, приподнял, на место поставил. Залетайте на стримы. Обязательно. Каждый вечер стримлю. Бывают исключения, конечно, да, но в основном стараюсь стримить каждый вечер. Подписывайтесь на мою группу ВК, мой телеграм-канал. Переходите, смотрите, чекайте. Все ссылочки есть в описании. На этом я с вами прощаюсь. Всех лав, всем удачи, всех обнял, приподнял, на место поставил. Давайте. Всем пока.